здесь, как бы, я думаю, что важно, какую цель преследует человек. Либо это цель быстрого получения какого-то заработка или развития действительно парня в будущую звезду. Да, если ты хочешь развиваться в будущую звезду, то здесь нужно, вот нужно время. Михаил занял центр ринга, поддавливал. Данил сверху. Контроль. 17 лет уже можно бить руками в голову. Я думаю, здесь уже больше инструментов для одержания победы. Но опять же, ребята выходят в шлемах. То есть они защищены. Это 6-унцовые перчатки. В отличие от профессионала, профессионалы будут выступать в шортах, ракушка и перчатки 4 унции. То есть без шлемов, без защиты. То есть это уже более жесткие профессиональные поединки. Здесь ребята защищены. Конечно же, 2 унции — это небольшая разница, но все-таки ну, это чувствуется, менее. Да. Данил двигается, пытается уйти. Рука? Нет. Нет, вовремя прочувствовал Михаил, выдернул руку. Такой борцовский поединок у них. Ну да, вот. Вышел на ногу, на ахилл. Но опять же, ребята очень неплохо себя чувствуют в партере. Болеет. Чувствуют друг друга. Здесь нужно отпускать ногу и выходить на другую позицию. Да, Данил зациклился, это может ему дорого стоить. Здесь как бы теряешь силы, и фактически парень оказывается сейчас сверху. Full mount. Пока очень мало ударов в партере. Такой поединок двух грэпплеров. Ну да, можно и так сказать. Но опять же, тот, кто сверху, у него преимущество, он поддавливает соперника. На жаре это может сказаться на его функционалке. На жаре, наверное, все скажется. Здесь на жаре главное сесть где-то в холодке, на сквознячке. Здесь ребята, конечно, ну, к сожалению, вот поставлены в такие условия. Их выдернули из зоны комфорта, ну, да. Они растут. В таких условиях они больше растут. Я думаю, что со временем в Николаеве появится арена, большой вместительный спортзал, в котором будут проходиться. Вот мы видим, Даниил удушающий производит. Есть. Есть, победа. Отушил. Победу одержал спортсмен из красного угла Даниил Шамонин. Затем есть.